светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей. Пусть озарятся имена павших. Вспомним 3 года, 10 месяцев и еще 18 дней. 26 миллионов 452 тысячи жизней. Знаменательный день, ивангородцы, гости, военные пришли поздравить вас с юбилеем Победы и сказать вам огромное спасибо за то, что мы живем под мирным небом, за то, что вы по-прежнему с нами в нашем боевом строю. Низкий поклон вам и всем вашим товарищам, которые освободили нашу землю от фашизма. С праздником вас, с Днем Победы! Желаю крепкого здоровья. Спасибо. И огромная-огромная благодарность вам за то, что вы есть, за то, что вы сделали для нас, для нашего будущего и для нашей молодежи, которая сегодня в силу сложившихся обстоятельств, к сожалению, не может всех поздравить, весь город поздравить с Днем Победы. Но разрешите лично вас от всей души, большой нашей, поздравить с Днем Победы. Счастья вам, здоровья, бодрости духа, чтобы все у вас было хорошо. Большое спасибо, и выдаю и вам здоровья. Спасибо.